В Мурманской области раскрыто очередное интернет-мошенничество. Всего же с начала года в регионе зарегистрировано более 1500 преступлений, связанных с хищением денежных средств. В отдел полиции номер 2 поступила информация от тульских коллег о том, что неизвестный житель Мурманска совершил мошенничество в отношении жителя города Богородец к Тульской области. Мурманчанин на одном из популярных сайтов разместил объявление о продаже музыкального проигрывателя и обманным путем получил 14 тысяч рублей. Оперативниками виртуальный мошенник был установлен. Ранее несудимый 23-летний студент признался, что таким образом хотел подзаработать, потому использовал распространенную схему мошенничества. Несмотря на все наши усилия, преступления данной категории продолжают совершаться, несмотря на то, что уровень, в принципе, информированности граждан в последнее время очень высок, потому что практически каждый потерпевший говорит о том, что ранее слышал о подобного рода преступлениях либо от сотрудников полиции, либо из средств массовой информации, но по тем или иным причинам не смог противодействовать преступникам. Основная часть зарегистрированных мошенничеств – это преступления, совершенные с использованием сети интернет. Граждане покупают и продают товары, заказывают авиабилеты, оплачивают услуги. Раскрыть эти преступления достаточно сложно. Как правило, мошенники находятся в других регионах, поэтому полиция регулярно предупреждает о мерах профилактики. Прежде всего, необходимо на интернет-ресурсах поинтересоваться, какие отзывы у других граждан об этом сайте, об этом интернет-магазине. Ну и, конечно же, при разговоре, например, по телефону с интернет-продавцом, необходимо требовать от него оплаты товара по его поступлению на почту. Но ни в коем случае не переводить деньги предварительно в качестве предоплаты.